Всем привет! Ира и Кейси из Таганка. В прошлом ролике я вам показывала и рассказывала, как можно рисовать водой. А в этом ролике я вам расскажу про планшеты, которые можно рисовать магнитами, светом и жидкими кристаллами. Итак, начнем с Magic Board. Что у нас идет в комплекте? В комплекте у нас идет вот такие картиночки, подсказки, что можно нарисовать. И вот такая доска. Внутри там такие шарики. И вот такая ручка, которой можно рисовать всякие картинки. Достаточно шумная, конечно, но интересная. Для детишек от 3 лет предназначена. Чтобы стереть картинку, можно просто либо вот так ручкой провести, они стираются, либо можно пальцем. В принципе, все планшеты здесь предназначены для развития детишек. А сейчас расскажем про PicPad. Вот такой планшет для рисования ЖК-экраном. В комплекте идет вот такой планшет. И сзади у него ручка. Работает он на батарейке. Батарейка в комплекте. Вот такая ручка, которой можно рисовать. Так, Микки Маус. Чтобы стереть рисунок, достаточно нажать на кнопочку, и все стерлось. Самый необычный из данной подборки – это, наверное, Whiteboard Mini – планшет для рисования светом. Очень многие спрашивают, как это светом рисовать. Я вот сейчас вам расскажу. В комплект входит вот такой фонарик. Включается он легко, просто подвинули. И надо держать. Вот нажали, вот такой фонарик. Ну, работает также на батарейках. Входит в комплект вот такой планшет. Инструкция сзади на планшете, это на всякий случай, если вдруг забудете, как он работает. И вот такие трафареты. Кладем трафарет, берем фонарик и начинаем рисовать. Просто проводите светом и все. И получаются такие вот картиночки. Наибольший эффект получается при выключенном свете, в темноте. Рисунки все держатся 40 минут, и потом они исчезают полностью. При свете их, соответственно, как будто их нет. На самом деле они есть. А можно рисовать такими точечками. Можно наклонить вот так вот ручку. Вот так вот, оп. Как комета такая получается. Цветочки всякие делать. И как подсказка и приемы рисования изображены на обратной стороне. Линии, точечки, всякие узоры. И в заключение, что я могу сказать? Выбор остается за вами. Что нравится вашему ребенку больше, рисовать светом, магнитами. Выбирайте, покупайте. А может быть, данные планшеты помогут развить в вашем ребенке какие-то творческие способности, которые помогут в дальнейшем или там в выборе профессии. Скидки, как обычно, будут. Саша сделает. Внизу под видео будет ссылка. Какая скидка? Приходите в магазин, поможем, расскажем, выберем, приводите детей. На этом все. Пока.